Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер, и сегодня я покажу вам один интересный мини-режим на Хайпикселе, в который я залипаю последние несколько дней, но все это время, как я приехал в Пермь, в свободное время я залипаю в этот режим, как видите, я в него не так много залипаю, на самом деле, может, максимум там пару часов поиграл, но видите, у меня уже 100 киллов в нем и 9 побед, это, в принципе, довольно-таки много. Вот, я уже 19 левел, варьор. Вот, в чате видите, слева от ника левел. У меня 19 левел, у них 15, 1, 5. Ну, басы, короче, я вообще мало играю. У меня 15 уровень, видите, в таком красивом шмоте. Вот, даже MVP 8 левела по сравнению со мной. Так, ну давайте, я расскажу, что это за режим такой. Warlords, да, довольно-таки интересный режим. Во-первых, здесь есть несколько классов. На них вы можете посмотреть вот здесь. Пока что доступно только 3 класса, но в будущем, как я понял, будет еще шаман. Вот, кстати, они все в моих скинах стоят, такие молодцы. Можно заходить с версии 1.8. Кстати, я всех когти бы, наверное, тоже хотел. У каждого класса еще есть свои подклассы, грубо говоря. Вот у Warrior есть Берсеркер, есть Defender. Вот. У Паладина есть Avenger, Crusader и Protector. У Мага есть Пиромансер, Крумансер и Аквамансер. Кстати, на Аквамансер вроде крутой посох есть. Но это не важно. Так, ну что ж, давайте приступим к изучению. Давайте я сначала такой вступительный гайд по этому мини-режиму. Вот. Так, во-первых, как изучать скиллы? Тут, видите, маг на любого левела, паладин тоже, хотя за паладина я играл. Тут, видите, за паладин у меня одна победа, 20 тысяч дэмэджа. Принял 1000 дэмэджа и не отхилил 11 тысяч, ну, хп. Вот, за этого я уже почти миллион дэмэджа нанес, 639 тысяч и 15 тысяч дэмэджа всего впитал. То есть впитываю очень мало дэмэджа, наношу очень много. Так, здесь, когда вы переходите в раздел, вам сразу же еще раз предлагают выбрать специализацию. Но эта специализация стоит 15 тысяч коинтов, и я не люблю играть в дефи, в дефендера, я поэтому взял берсеркера. Вот, здесь может есть две вещи. Warrior Skill Upgrade и Warrior Combat Upgrade. То есть, если вы заходите в Warrior Skill Upgrade, я прокачиваю первый скилл и второй, потому что они мне больше всего нравятся. Вот, и когда вы прокачиваете, сразу же прокачиваете и у Берсеркер специализации, и у Defender. Также и у магов там сразу же несколько специализаций, и у Паладина. Вот, здесь, например, прокачиваются чисто скиллы. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и ультимейт. Тут видите, у вас их раз, два, три, четыре и ультимейт. Вот, у них какие-то штучки прокачиваются, там дополнительный урон, у некоторых там действие дольше идет и так далее. Также есть еще есть оружие, но о нем я поговорю позже, покажу, как его скрафтить и как сделать. Первый раз, когда вы сюда зайдете, я сразу же советую подойти к квест-мастеру и взять квесты. Каждый день их можно брать и получать 10 тысяч коинтов на халяву, буквально сыграв 2 игры, но если вы, конечно, тащите. Так вот, ну что ж, переступим, наверное, к самой игре, я буду объяснять там дальше. Давайте поиграем в режим Domination, мне кажется, или что, CTF? Или Domination, CTF, Domination, давайте CTF. Я на Мега играл, на Domination, CTF мини не играл ни разу. Ну, вроде бы, ничем, в принципе-то, не отличается от... А нет, кстати, отличается, там карта другая. Лол, я на этой карте вроде еще не бегал, дорогие друзья. Ну, давайте побегаем, посмотрим. Я лично не бегал. Вот, видите, как бы у нас сразу же есть оружие. На right-click у нас делается... Ну, то есть мы бьем на левую кнопку мыши, на right-click еще можем взять скилл. Вот, мы играем за красных, есть Seismatic Wave, это мы перед собой пускаем волну, есть Ground Slam, это мы вокруг себя пускаем такие волны земли, грубо говоря, ударяем об землю, и земля так трещит по швам вокруг нас, Bloodlust, это что-то типа вампиризма, и Berserk. Ну, Berserk это, в принципе, понятно, думаю, для многих, в разные игры играли, может, какие-то мультики смотрели с одноименным названием. Вот, ну, в общем, Berserk это... Типа мы получаем больше урона, но при этом мы становимся бешеными, бегаем, убиваем всех быстрее, бьем, больше наносим и так далее. Ну, режим сумасшествия. Также у нас есть лошадка. Эта лошадка используется, ну, вот, когда мы выезжаем вот сюда, вот, мы можем юзать лошадь. И на ней кататься, наш маунт. Но у него есть КД. После того, как мы слезем, КД пойдет 15 секунд, ну, перезарядка. Вот мы выезжаем... Нет, в принципе, эта карта ничем не отличается. Что-то CTF мини, CTF мега ничем не отличаются. CTF это захват флага, если что. А есть еще Domination, это что-то типа Визардсов. Ну или там Domination на Мемплексе. То есть захват точек, грубо говоря. Вот сюда вот мы заезжаем, к врагам прямо в крепость. И они нас даже здесь не встречают, не ждут ничего. Как только мы заезжаем сюда, лошадь автоматически у нас исчезает.
мы сразу же врываемся к паладину и начинаем ломать ему лицо. А пока я ему ломаю, наши чуваки с флагом убегают. Я сейчас буду спину накидывать врагам, чтобы главный наш чувак флаг носил. Так, минус один мы уже убили, мне дали ассист. Давай, давай, месим его, месим, месим. Граунд слэйм. Эх, флаг, 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 забрать. Черт, он ретурнул флаг. Он возвратил флаг, поэтому нам нужно опять за ним идти. Все, отлично. Мы его тоже минусанули, но мне опять дали ассист. Наши чуваки несут флаг, и нужно его прикрывать. Все, ребята, несем флаг. А, также они украли у нас флаг, и поэтому нам придется убить чувака с нашим флагом. Мы, в принципе, можем сесть на лошади, но чувак с флагом не может садиться на лошадь. Это как бы минус. Так, я поеду, пожалуй, выбью наш флаг, потому что там за него идет ожесточенная борьба, и, судя по всему, это где-то рядом с замком происходит. Так, видимо, он решил выйти слева, чувак с флагом. А, паладина очень важный класс в любом массовом замесе, потому что паладины очень хорошо хиляют, там у них ультимейты разные хорошие есть. Вот, тащит он наш флаг, но мы сразу же ему по лицу минус 1000 урона даем. Пробим сейчас берсерк еще. И на ему. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Все, я его убиваю и возвращаю red flag. Все очень просто. И наш флаг опять подбирают. Под берсерками я наношу очень большой урон. Вот сейчас, например, кликнул 1221 урон. Мне 5000 хп, то есть это 1/5 от моих жизней. Все, бах-бах, и убил чувака. То есть уже минус 2. Изи. Изи киллы. То есть, где вы видели в самом начале 100 убийств, это 100 чисто моих убийств, без ассистов. Магия это самая такая простая добыча, как по мне. Маги, я люблю магов убивать, они не очень вкусные. Вот этот вот маг, но они бегают точно так же, как берсерки. По мне так это странно, что ли. У них есть что-то типа телепорта, что ли, я таки до конца не понял. То ли телепорт. Но тут мне уже жопа, сейчас меня здесь убьют, скорее всего. Даже не скорее всего, я здесь уже, можно сказать, умер. Но я их продемажу, и, возможно, мы потом их добьем. Очень мне, я сисмайзик вейвом, ну, по 1000 урона, там... 700 тысяч, хорошо, хорошо. Так, наши, так я так и понял, не донесли вражеский флаг, хотя, возможно, у них был шанс. А нет, все, наши принесли флаг, отлично. Вот тогда я помогал нашим принести флаг, и смотрите, наши хорошо справились. С паладинами, конечно, лучше не драться, потому что они, ну, довольно-таки толстые, долго. Тем более, этот паладин он 17 уровня. То есть он довольно-таки вкачанный. Хоть и снес ему сейчас 1000 урона, он сейчас будет бегать и хиляться. За что я, в принципе, ненавижу и паладинов этих. Хочешь, смотрите, врубаю берсерк. И иду вот за этим варьером. Кажется, он под лудластом, поэтому хиляется, а я без. Но мы сейчас его убьем вдвоем быстренько. Оп-оп-оп. На лошадь сел, пытался что-то сделать, но все, умирает. Сейчас мне нужно включить блудласт и попробовать отхиляться. Хотя их тут слишком много. И может только сисматик вейв. Так, немножечко отойдем. Отрегеним ману и вот к этому варьеру спину. У него 3000 хп, конечно. Ну чем бог не шутил? Вот этого, вот этого 500, хорошо, хорошо, есть шанс его убить. Хорошо, убили, убил, убил, отлично. Так, за мной кто-то бежит, пытается меня убить. Я ему систематик вейв пустил, но не попал. Вот, в общем, такой-то вот мини-режим, дорогие друзья. Нужно меситься, нужно убивать, это capture the flag. Вот здесь, в принципе, меситься не так важно, здесь больше важно забирать флаг и все такое. Это у нас убегает маг, главное, чтобы он не развернулся, потому что он может меня легко убить. Сейчас исчезнем. Отлично, кстати, можно врубить берсерки, был глаз. Эх, не успел отхиляться. Он выдал немного слишком, ну, первый скилл, этот краснопрогтук мыши, очень, типа, режущий удар, что ли, или сильный удар. То есть левый толку мыши у нас обычный удар, на правый толку мыши у нас такой, грубо говоря, сильный удар, который наносит очень много урона. Вот, ну что ж, Capture the Flag, нужно набрать 1000 очков. Мы постараемся это сделать, и серия получится ровно на одну игру. И не больше, я считаю, больше не нужно. Тащит флаг, чувак. Давай, я задержу его, отлично, убили. Смотри, какой-то читак на шифте бегает. Ну, конечно, мы с вами знаем про одноименный баг с Майн... Ну, такой же похожий баг с Майнкрафтом. Просто не видно из-за того, сколько у него хп, но мы его изи убиваем. У меня 3 килла, 5 ассистов, 2 смерти. В принципе, это хороший счет. Это довольно-таки неплохой. Можно, конечно, было и лучше. Просто я очень часто... Ну, мне там не повезло, я ворвался в толпу синих. Ну, и я баловался много. Просто на серию, когда здесь тяжело говорить и играть одновременно, потому что слишком много кнопок нужно тыкать. Но я пока стараюсь на серии как бы не заморачиваться по этому поводу. Давай, маг, давай, иди сюда. Отлично, наши принесли еще один флаг. Но мы сейчас так быстро выиграем, я думаю.
Мага, 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 добить быстрее. Отлично, отлично. У меня, правда, ассисты дают. Но я, в принципе, не против ассиста. Здесь фишка в том, что не нужно быть килодрочером, потому что здесь и за ассист, и за килл дают одинаково. Поэтому, ребята, если вы хотите расформиться, задам вам такой один небольшой совет. Пытайтесь больше задамажить по толпе. То есть, например, вот если вы будете играть за берсеркера, как я, да, то используйте первый скилл на толпу. То есть бежит целая толпа, вот так вот нажали, и все, они все продамажились. И в этом-то и фишка, то есть вы их так продамаживаете, и они, получается, вы в любом случае получите за каждого деньги, ну то есть за ассист, правильно? Правильно, вот и все. То есть вот видите, я получаю 20 коинтов, ну это потому что здесь у нас еще кто-то с нетворк бустером играет, то есть купил у Хайпикселя бустер. Вот и когда у вас бустером, ну я еще плюс этот, типа, ютубер, все дела, у меня умножение как у МВП, то есть я получаю 14 коинтов. Эх, если была бы еще Double Weak Coins, тогда было бы вообще бы жесть. Ну давайте, дотащите уже синий флаг до нашей базы, и мы победим. То есть сейчас осталось принести еще один флаг, и думаю, это будет конец. То есть это будет победа, либо продержаться 8 минут. Че, парень попутал, что ли? Там наш, впереди был наш, так. Наш флаг пикнули, да ладно, не может такого быть. Кстати, когда мы юзаем скиллы, вот там справа над панелькой у нас показывается Берс и Блуд. То есть Берс через 3 секунды закончится, Блуд через 6. Все, Red Flag у нас на базе. Я зря потратил Берс и Блуд. Но ничего страшного. Теперь осталось только держать наш флаг. Вот этот синий сюда бежит. Все, оба 100 коинтов дали. Минус 0, его еще 100 коинтов за... Не знаю за что, просто плюс 100 коинтов. Ну, в общем, такое дают, это очень здорово, мне нравится. Я сразу же получаю много. К сожалению, у вас, если нет никаких випок, премиумок и так далее, то есть это ютубер, понятное дело, вот, то вы будете получать намного меньше, и вот эти цифры, которые вы видите, это для вас будет просто сказка. Да я сам рад, что я здесь ютубер, не был бы я здесь ютубером. Ох, нифига, тут, кстати, еще был один варьер, он мне хорошо так прокоцал. Ладно, третья смерть, ну, в принципе, с счетом 4-8-3, в принципе, неплохо, я считаю. То есть коэффициент полезного действия в этой игре у меня все равно довольно-таки высок. Ладно, мы пойдем драться с чуваками. Все-таки мне кажется, вам будет интересен стрить не факт, а еще с чуваками дерусь. По ОПшествам все дела. Да, чувак, довольно-таки опасен. Хотя нет, он 5 уровня всего лишь. Просто купил себе скин на пушку. Как я в КС-ке. Buy skin, no skill. Видите, вы, наверное, замечали то, что я юзаю в основном только меч и не использую второй и третий скилл. Просто когда я попавшись один на один, это нецелесообразно. Так как второй и третий скилл тоже требуют много маны, но при этом... Ах, ёбкую мать, боже, покритовали по мне довольно-таки сильно. Но при этом они сносят по единичной цели намного меньше урона, плюс мы с них не хиляемся. А если я под Bloodlust'ом, то есть под третьей способностью получается, и я бью, правда, даже кнопкой мыши, то это считается как бы рубящий удар, и я с него могу захилять аж 300-400 хп, это очень много. Вот, если вам понравится это видео, и вы захотите узнать, как в это, на этом режиме получить оружие, как вообще с ним взаимодействовать и так далее, то есть вы увидели, что чуваки бегают с пухами, у вас стандартный меч, и как получить более крутое оружие, которое будет давать статы и бонусы, то есть вот мой меч, он дает вам вот столько, вот там, energy cost 50, там, critical шанс, урон, там, все прописано, как видите. Ну, либо level mag, он, это easy цель для меня. Лучше, конечно, завязать Bloodlust. Это единственный минус, что они убегают, засранцы. Ну все, он мой. Добьет, сейчас его добьет. Хочу забрать его себе. Блин, добили. Он все-таки добил его. Надо засранец. А, и второго, что ли, убил? О, я даже ассист не получил. Ну ладно, ладно. Че поделать? И берсерка зря прожал. Ну что ж такое-то, а? Че-то сегодня не везет. О, еще какой-то Макс. Смотрите, еще одна изи цель. Еще одна изи цель. Третий левел, все, до свидания. Вот 14 коинов начали дать. Видимо, кто-то ливнул. У кого был бустер, и больше мы не получаем коин. Вот это уже макс серьезно. Нет, тоже на левый левел, лол. Но я здесь умру, у меня очень мало хп осталось. Хотя вот сейчас завязать Bloodlust. А, нет, все, виктори. И смотрите, по дэмэджу я на втором месте. Я нанес 54 тысячи урона за эту игру, и в принципе это хорошо. 858 коинов нафармил. Ну и мы победили. То есть 14-70 под конец, просто почему-то бустер перестал работать. И ну вот он один раз сработал, видимо, чувак вылетел, который добавлял нам буст. Вот, ну что ж, ребята, видите, у меня 1996 коинтов. Хотите узнать, как все остальное? То есть, если вам понравился этот мини-гейм, ставьте лайки, комментируйте, пишите то, что демастер. Покажи, как крафтить пухи, покажи, как там что улучшать и так далее.
Ну и возможно я, может, в будущем начну качать другой класс. Хочу докачать берсеркера до уровня 40-го. Кстати, многие, сразу же скажу, многие спросят, как прокачать левел. Так вот, ставьте лайк, в следующей серии я все расскажу и про левел, и про оружие, и про все остальное. На этом все, всем удачи. С вами был Демастер. Всем пока. Видите, я сделал 4 килла, а у меня в килл составило 104 всего. То есть вот за одну игру всего 4 килла дали. Ну я просто не старался, это все-таки на запись. Так что всем пока, ребята.